Краснодаре открылась выставка, которая напоминает, что зима не за горами. В краевую столицу привезли меховые изделия из Пятигорска. Модельный ряд изучила Вероника Веретенникова. Пальто, шубы, дубленки – более 1000 изделий из натурального меха. Здесь каждая модница найдет свою эксклюзивную модель. Моделька очень, конечно, красивая. Такая и покрой такой удобный, такой легкий покрой. Мне, в принципе, удобно будет в машине за рулем. Я как раз таки такую и хотела. Меховая фабрика «Ангелина Сэм» на рынке уже более 15 лет. Однако побаловать краснодарских женщин гости из соседнего Пятигорска приехали впервые. Все меха закупаются на лучших аукционах Европы. На каждой модели зеленые чипы от производителей. Это гарантия качества. Любую шубу можно заказать под свой рост и размер. Я сегодня приобрела в магазине совершенно случайно шубу. Вот, то есть я хотела ее купить раньше, но в других магазинах была, не было, или размер не подходил, или не нравилось. А сейчас я очень довольна, красивая, нарядная, богатая. И больше всего мне понравились, как меня обслуживали сегодня продавцы. Несколько шуб перемерила, остановилась на этой. В итоге я приобрела норковую шубу, длинную, очень красивую. На нашей выставке представлены модели из меха норка, мутон, астраган, речной бобер, лиса. Действует гибкая система скидок, большой выбор моделей 2017-2018 года и большой выбор цветов. В этом сезоне очень актуальны норковые шубы в распуск. Они входят в моду и уже закрепились. Фабрика «Ангелина Сэм» понравившуюся шубу предлагает и в рассрочку. Гарантия на каждое изделие – год. Приобрести шубу еще не поздно. Выставка проходит в гостинице «Интурист» и продлится до 24 сентября. Вероника Веретенникова, Иван Джалнин, Наталья Пилипко, телекомпания «Краснодар».